Госавтоинспекторы провели профилактическую работу с новоиспеченными водителями. Им показали социальный ролик о дорожной безопасности, озвучили статистику ДТП в регионе и подарили наклейки с восклицательным знаком. Проводить подобную работу с выпускниками автошкол сотрудники Ноябрьской ГИБДД решили регулярно. Дело в том, что с каждым годом растет количество аварий, совершенных по вине неопытных водителей. Так, в прошлом году произошло 25 подобных ДТП, в которых пострадали порядка 40 человек и один погиб.